рабочим визитом Ульяновскую область посетил депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. После насыщенного трудового дня гость провел личный прием граждан. На встречу пришло руководство Ульяновского механического завода с вопросом организации перевозок техники военного назначения. В частности, речь шла о получении специального разрешения. Мы просим на нас и считаем целесообразным на нас распространить режим для перевозки продукции военных таких изделий, которые обладают вооруженные силы Российской Федерации. Потому что мы для них делаем. Это их изделия. Мы выполняем требования ГОСТа Министерства обороны, разработанного в рамках контроля качества, осуществляемого Министерством обороны. Вооруженные силы Российской Федерации возят без необходимых разрешений. Суть в том, что из-за неповоротливости бюрократической машины оформление специального разрешения затягивается на месяцы. Из-за этого простаивает техника, полигон и даже могут сорваться сроки поставки военного изделия. Последствия чреваты большими штрафами и невозможностью участия в торгах на следующий контракт. С этой проблемой каждый раз сталкивается не только Ульяновский завод, но и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. Руководство механического завода предложило решить вопрос путем внесения поправок в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации. Владимир Гутенев инициативу полностью поддержал. Мы проговорили механизм внесения данной поправки, договорились о взаимодействии на этапе формирования и редактирования данного предложения, и я надеюсь, что данное предложение будет реализовано к большому удовольствию не только конкретного предприятия Ульяновской области, но и для оборонно-промышленного комплекса в целом. На личный прием к депутату Государственной Думы также записались две молодые мамы. Женщины хотели узнать больше о социальной поддержке семей с детьми, начиная с 2020 года, и положенном бесплатном школьном питании. Владимир Гутенев дал разъяснение по каждому вопросу и взял контакты заявительниц для дальнейшего отслеживания получения ими всех льгот. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ул. Правда ТВ.